Специалисты Минздрава России предупреждают, регулярные медобследования – важнейший механизм выявления серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, необходимо проведение углубленной диспансеризации, чтобы своевременно обнаружить нарушения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, оперативно назначить лечение и реабилитацию. Напомним, ограничения на проведение диспансеризации и профосмотров уже отменены. Воспользуйтесь возможностью проверить свое здоровье.